Во всех районах Самары по программе формирования комфортной городской среды преображаются территории. В этом году в Красноглинском районе обновят 5 дворов. Телеграм-канал администрации города «Вести с Дворянской» показал, каким уютным становится двор по улице Парижской, коммуна 30 в поселке Управленческий. Здесь завершены работы по укладке безопасного покрытия, на котором установлены комплексы для детей и взрослых. На своих местах уже стоят скамейки и урны. Дизайн-проект двора разрабатывался с учетом пожеланий жителей. Родильный дом в Самарской городской больнице номер 10 открывает свои двери для пациентов с 23 июня. Об этом пишет администрация Куйбышевского района. Отделение оснащено современным медицинским оборудованием, применяются методы сберегающих перинатальных технологий. Имеется возможность проведения партнерских родов. Прием и лечение пациентов ведут опытные специалисты. Адрес прежний: Бакинская, 23. 95-летний юбилей отмечает участник Великой Отечественной войны Виктор Алексеевич Султанов. Когда началась война, ему было 14 лет. Он был призван в ряды советской армии в 1944 году. В учебном батальоне в Республике Марий-Эл, где проходила его служба, Виктор Алексеевич готовил солдат на фронт, выдавал оружие, портянки, проводил построение. Затем был направлен в 620-й минометный полк, входивший в состав 14-й отдельной армии. В задачу полка входила оборона занятых рубежей и охрана государственной границы СССР с Норвегией. За боевые заслуги Виктор Алексеевич награжден медалью за победу над Германией и многими юбилейными медалями. Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Самары в своем телеграм-канале сердечно поздравляет Виктора Алексеевича с днем рождения. Администрация Ленинского района приглашает самарцев на молодежный рок-фестиваль в сквер имени Устинова. Мероприятие традиционно станет итоговым для активных, целеустремленных, позитивных ребят и девушек и будет посвящено Дню молодежи. 27 июня в 18 часов будет уникальная возможность услышать живое исполнение любимых песен и получить в подарок отличное настроение.